Настенька! Ясонька моя, ты пришла! Настенька! Ну что? Не знаю, что делать. Одно только знаю. Не могу я без тебя на свете жить. Я уже отцу в ноги бросалась. Он меня жалеет. Да ведь ты сам знаешь, у нас как мать захочет, так и будет. Уходить надо, Настенька. Уходить. Уходить? Куда? Свет велик. Неужто для нас на земле счастья не найдется? Бежим отсюда. Бежать? Что ты, Юрась, отца с матерью оставить? Родную хату бросить? Широкое поле вместо дома, темная хмара вместо крова. Ой, боюсь, Юрась. Чего бояться-то? Мы же вместе будем, никто нас не разлучит. А для моих рук работа найдется хоть и на чужбине. Не будет нам счастья. Без родительского благословения. Доли не будет. А так-то вот, в разлуке-то будет доля. Ну что ж, станешь ты важной пани. В шелках бархате ходить будешь. На людей свысока смотреть. Юраська, родной мой, не пойду я за Самохвальского. Не бывать этому. Скорей лист потонет. Скорей камень по воде поплывет, чем я за немилого пойду. Пани Мальвина, как поживаете, пани Мальвина, умнейшая на свете из женщин? Да ничего, пани Шкаляра, а как ваши науки? Благодарю за внимание. Я изучаю астрологию, теологию, демонологию и хиромантию. Скоро я закончу коллегию и эрго. Следовательно, буду магистром элоквенции, всех наук квинтэссенции, бакалавром юриспруденции и доктором медицинцы. Ну, поехали! Тише ты! Как слова-то какие мудреные, видать, иноземные. Какой ум для этого надо иметь? С таким умом и королем стать не должен. Королем? Весьма вероятно. Ничего удивительного. Вот хорошо-то. Садитесь с нами, пожалуйста. В ногах, как говорится, правды нет. Благодарю вас. Мне не по дороге. Меня ждет этот, как ее, пан Барановский. Сам пан Барановский? Он предлагает принять участие в ученом споре. Обещает много дукатов. Много дукатов? Не знаю, согласится ли. Да ты думать нечего, соглашайтесь. Всякий грош хорош, а тут много дукатов. Слышала, глупенькая, много дукатов. Пани Мальвина, а что думает паночка Настя о нашей свадьбе? Ой... Такая честь с вами породниться, пани Шкаляра. В остальном я сама позабочусь. Настя! Настя! А что такое? Нищих и цыган за гривок. А этих, ну как их там, скоморохов. Третий и за околицу. Я жду высоких гостей. Слышите? Ну. Эй, как вас там? Самохвальской? Вы готовы к диспуту? Но я вас спрашиваю.
Готовы ли вы к словесному поединку? Хоть сейчас, ясновельможный пани. Семпер и в любое время. Умни темпоре здесь и в любом месте. Хик убикве, когда будет угодно пану. Эрго, могу сообщить всему свету. Урби, это орби. 100 дукатов получит от меня победитель. 100 дукатов? Семпер и в любое время. Урби, это орби. Откуда Нестерка? Здорово, Нестерка! О, Игнатка! Мархутка! Михалка! Как живешь, Нестерка? Знаешь, как я живу? Сегодня пообедаю, а как завтра не ведаю. Где бывал, Нестерка? Был в Слуцке, живут там не по-людски. Ну, а ворши и того брат горше. Куколы и грусти. О, а ну, понос, гляни на этот шпанок. Чуешь, как звенит, на тебя глядит. Купи, говорит. Ох, хороша. Это ты про кого же? Про кружку. Из этой бы кружки да выпить горелки, да закусить из этой тарелки. Хороши, говорят души, хозяйка твоя спасибо скажет. Эх, где там хозяйка? Весь я тут. Нет у меня ни хата, ни хозяйки. Были 2 монеты, да штаны не те надеты. Иди, иди, проходи, чтоб на тебя лихо. Тихо, тетка, тихо. Держи при себе свое лихо. Зря лаешь, здоровье теряешь. Уф, чтобы тебя люди не знали, чтобы тебя черти взяли. Ох, и баба, злости полные кости. Черт тебя возьмет. Уж больно ты на него похожа. Одна у вас рожа. Эй, Нестерка! Эй, Юра! А я тебя давно ищу. Ну, куда идешь? Что несешь? Купил или продаешь? Купи, если богат. Да, купить бы купил, да купилку дома забыл. Эх, золотые руки у тебя, Юра. О! Приходи ко мне в лес. Дело есть. Буду. А ты чего по сторонам-то смотришь? А вот пойдем, я тебе сейчас все расскажу. О, Панас, где он? Как живем? Ну, иду я сегодня на хутора к шляхте подработать немного. Ну, нанялся им поле вспахать, а заодно и сироте удружить по соседству. Ну, кто ей убогой поможет? Ау, Соломон, здорово! А хозяин дурной такой шляхтюх, как увидеть, как заорет. Да, говорит, что, говорит, на моем коне чужое поле пашешь? Плати, говорит, за коня, не то, говорит, к судье, в тюрьму. Только у меня деньги, голова тебе отдал. Сейчас купим мешок, веревку, схватим, свяжем и к судье, в тюрьму, за решетку. Будь здоров. Будь здоров. Паня Михайловича, злодей! Держи его! Клянусь ключами святого Петра. 30 грошей – хорошая цена. Бери, пока не поздно, Юрась. А это что, безделица? Грешно так говорить. Ты знаешь, сколько я над ними работал? От Рождества... И до самой Троицы. Да разве это работа? Это же баловство. А ты подумай сам. 30 грошей. Это почти 500 дукатов. Вот если бы это была городская вещь. А ты что ж, часы и деревянные. Это верно. Нет у меня ладного инструмента. С инструментом можно было бы сделать со звоном. Или такие, чтобы кукушка выпрыгивала. Или вот еще, чтобы месяц был.
и солнце. Вот, 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 вот. А это что, топорная работа? Да, крестьянская вещь. Ну, на вот, получай. 30 грошей, хорошие деньги. На вот еще тебе. Еще 5 грошей, но за это ты мне должен починить одну очень мудреную птицу. Вот. Она заводная. Должна летать. Ее принес один вроде тебя. Вот. Пани Самохвальский, прошу мое почтение. Прошу милости, прошу вас. Покажите-ка мне ученую мантию. Пожалуйста, пожалуйста, прошу, прошу вас. А что случилось, а? Что случилось? Как, вы ничего не слыхали? Клянусь копьем святого Георгия, ничего не слыхали. Удивительно. Пан Барановский назначил на воскресенье ученый диспут. Диспут? О чем? О принципах мироздания. К лицу мне это одеяние, не правда ли, а? Чудесно, чудесно. А кто же ваш будет оппонентом? Оппонентом? Да. Знаменитый ученый-богослов, который только что приехал из-за границы. Приглашения разосланы по всем имениям. Пан Барановский, известный меценат, покровитель просвещения и искусства. Для своей славы он ничего не пожалеет. Что с вами? Все известные ученые Европы изъясняются теперь жестами. Теперь такая мода в ученом свете. Так, 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 так. Я записал за вами 10 дукатов. Ну, а нет ли у вас костюма для свадьбы? Свадьбы? Я женюсь. Поздравляю вас. А кто же ваша избранница? Избранница? Не секрет, не секрет. Одна, ну, дочь этого, как его, который лепит вазы, бокалы. И из глины, это горшки, шпаны. А, это гончар Матей. Но она очень мила. Розочек, эдакий бутончик. И в отношении приданого можно не беспокоиться. Какой, близко не подходи. А что-то знакомое обличье, а? Школяр, что ли? Пани Школяр, мое почтение. А вон, Змей Горыныч, смотри. Иди, иди сюда, Нестерка. Вот он, злой мучитель добрых людей, губитель. О, смотри, какой. Ух, не дать не взять, пан Барановский. Только ты смотри, пана не говори, а то пан как узнает, рассердится. Да ну, да я с твоим паном-то. Жаль только из людей никто этого не видит, не поделится. Как не видит? Пастухи смотрят, я с дедом, баба по грибы ходит. А вон, Настя, Матеева дочка стоит. Будь здоров, Нестерка! Ага. Нестерка! Наконец-то пришел. Вот такой бы ложкой с маму царю щехлебать, а? А вот говорят, царь московский умельцев со всех концов собирает, и старых, и молодых. Хоромы новые строить да украшать, вот тебе бы где побывать, а? Это если бы воля моя, я бы для добрых людей всю душу отдал, все бы силы свои. А то вот посмотришь, как люди-то живут. Кругом обман, неправда, глаза бы вот не смотрели. Нигде, хлопче, правда нет.
Уйду я, Нестерка. Брошу все и уйду. Куда глаза глядят? Не горячись, дай срок. От такой невесты не уйдешь. А уйдешь, обратно придешь. Хороша. Лицо словно месяц ясный. Очи будто звезды. Вот говорят, у тебя тоже невеста была. Говорят, злые люди вас разлучили. Правда это, а? Было, потушили. А чего вспоминать-то? Печаль, беде, мне помощник. Пан Самохвальский человек ученый. Не мне что-то. Ты ж коляр-то? Да какой он ученый, пузырь на воде. От его учености какая польза людям? Кроме учености надо, брат, еще ум, разум иметь. Ну, ладно. Утро вечера мудренее. Я твою беду руками разведу. Лично я не люблю народных зрелищ. Просвещенному уму и возвышенной душе они не дают абсолютно никакой пользы. Да ну! Этих бродяг даже на кладбище хоронить не разрешают. Кто их пустил в местечко? Ай! Невежество! Ах, я с вами согласна, пани Шкаляр. Я прошу вас, пани Мальвина, быть на диспуте. Я дал согласие. Прости, с кем это танцует паночка Настя? Не обращайте внимания, пани Шкаляр. Это так себе, просто хлопец какой. Вон твоя матушка со Шкаляром пришли, на нас смотрят. Не боюсь. Пускай все видят, какая я с тобой счастливая. Глядите, что будет! Пожалуйте сюда, пани Мальвина. Иди сюда, Юрка, иди ты сюда! Ты, старый дурень, помолчи! Сиди, не в корчме! Благородному обществе вести себя не умеешь! Вот житье! С хорошим хлопцем уж и поговорить нельзя! Ну? Что вон? Заслона усиляется! Забава поощряется! Я казак, хоть бедняк, гору все ж не знаю. Шляхту бью, вино пью, весело гуляю. Казаком я потанцую, казака я поцелую, бо казак такі лихі, чарнавусы малады. Каб не эта девка, я бы не женился, распалила дошо, я жениться мог ушо. Казак за души! Смотри, смотри, как пылит! А и стыд какой, куда ты меня привел? Сиди, дура, не тебя целуют! Сызнова! Сызнова! Бывай, Ульянка, моя коханка, треба мне на варту и сидоранка. И дни яны кахаліся, пакуль бацькі не дазналіся. А як бацькі дазналіся, усё адно яны кахалі. Вот это хорошо, вот это здорово, это по-нашему. А вот франц элегант, все по моде, аккурат. Только у вас чужий нарад. Яки пекны портки мои.
маю дома еще трое. Осторожней, холостяны! Бакунтушек позичаны! Здорово, братец! Есть цирка! Здорово! Как дела? Да вот гонят нас отовсюду. Не знаю, долго ли здесь пробудем. А ты как попал? А у меня к тебе дело есть. Поможешь, братец? Говори, что сможем, сделаем. Нужно проучить одного молодца. А кто такой? А из тех, кто нас с тобой за людей не считает. Поможешь? Можно. А дело такое. Ой, не могу. Ну и кавалер. Франт элегант. Я кавалер, от меня горя все же не знаю. Вино пью, шляхту пью, весело гуляю. Это я с караулу пришел. Эх ты, ягодка моя! Ты чего кричишь, гукаешь? Мне пирожка жаешь? Не кричу я, не гукаю, а кто мне перешкоджает, того забиваю! Ай, я не хочу! Я на пана Короловского пойду! Какая безрадная. Тише ты. Благородного человека убили, а он дурень рад. Пан Сигайдук с мостом. Пошел к чертям болото. Покал я тебе всей душою, нас никто не разлучит с тобою. Философских и прочих таковских, ученый, знаменитый, когда сытый, так и сердитый. Всегда весел и здоров, умнее многих профессоров. Неуместная шутка, пани Мальвина. А вот извольте смотреть, рассматривать, глядеть, разглядывать, как поп-мартир на утренней спеща идет, на костыль упирается и тихо вперед продвигается. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!
Эх, как после битвы ляхов со шведами. Веселились и трошки, остались все ножки-дорожки. За что веселых людей разогнали? Ну что они по нам сделают? А потому что паны боятся, что народ над ними будет смеяться. Вот скоморох шутит, а у пана все нутро крутит. Слышал я, что к нашему пану гости съезжаются. Из дальних стран ученый-спорщик приедет. Ждут. А, панская забава. Ученые будут спорить, кто кого умнее. Школяр приезжего переспорить думает. Опять над всеми возвыситься хочет. Возвыситься? Ну да. Ишь ты. А вот если бы знать, какой дорогой главный спорщик поедет, а? Тут ведь пану дорога-то одна. Через деревню Голышево, на Голодаевку, на Бесхлебицу, оттуда лесом. Иного пути нет. Ага. Эй, братцы! Дайте меня! Эй, Серго! Стой! Дело есть! Случилось? Что такое? Кто это? Панская застава. Кто таков? Я знаменитый богослов. Юстинус Лапидариус. Доктор наук философских, магистр Лукненции, бакалавр юриспруденции, адвокат его эминенции. А ну, паненция, побыстрее в резенции. Слезай, приехали. Как приехали? Почему приехали? Я еду на ученый диспут. Меня ждет пан Барановский. Сам пан Кабановский и пан Гусаковский из Золотой Блонь. Еще, ваша милость, подождут. У нас к пану только в чистом виде приказано допускать. Так что извольте в баньке пополоскаться. В баньке? В баньке. Не смей прикасаться ко мне, мужик. Я таких еретиков, как ты, на кострах сжигал. Я не пойду, ты не смеешь. Я никогда не был в баньке. Ну, да ведь пар костей не ломит. Панский приказ. Странно. Вылезай, ваша милость. Я буду жаловаться. Мне покровительствует не прикасаться. Крупнейшие владельцы бенефиции не прикасаться. Меня знают при дворе. В корчме да в бане все равные дворяне. Глупый мужик, ты будешь отвечать по законам юриспруденции. Ты будешь казнен. Банька, банька готова. Не прикасаться. Подать жару. Едет по ночку, ученый спорщик едет по ночку. Спорщик, диспутант, дурак. Музыканты готовы играть? Болван, наконец, очень рад, милости просим, вы осчастливили меня своим приездом. Ах. Как? Ах. Не угодно ли пану диспутанту отдохнуть перед ужином? Ах. Пан Лапидариус, пан Лапидариус, прошу. Thank you.
Мне панство, я, как известный всеми признанный меценат, пригласил вас на ученый диспут, который должен засвидетельствовать, что в нашей околице развивается наука, процветает искусство и просвещение не меньше, а, возможно, не скрою и больше, чем в любом ином месте. А народу сколько собралось? Давай, паде, братья, сядем, отдохнем, то ноги гудят. В диспуте любезно согласился принять участие цвет нашего ученого мира. С одной стороны, бакалавр нашей семинарии пан Самохвальский. Прошу. Любезно пригласился принять участие в диспуте известный ученый, доктор наук богословских, философских, магистр элокуленции, бакалавр юриспруденции, пан Лапидарий. Прошу! Получит от меня в награду 100 дукатов. Пан Самохвальский, пан Лапидариус, прошу. Весьма приятно. Мое почтение. Я придерживаюсь наивысшей философской формы диспута. Настоящие ученые не нуждаются в словах, чтобы понимать друг друга. Все знаменитые ученые Европы изъясняются теперь, как известно, жестами. Я требую диспута на жестах. Ишь, какой хитрый, а! Ишь ты! Ой, что это будет? Ну, диспунтировать так диспунтировать. Хоть ногой, хоть рукой, нам все едино. Позвольте начинать. Прошу вас. Благодарю вас, пан оппонент. Наша ученая беседа была весьма поучительной и полезной для души. Откажи словами! Какие-то жесты! Ничего не понятно! Фокусы какие-то! Болтает не ничто! Тише! Тише! Нельзя ли объяснить присутствующим, о чем вы диспутировали? Внимание, внимание, пановы! Выставив палец, я высказал мысль, что мой коллега-оппонент уважает вас, милостивый пан, так же, как и я. Мой коллега в ответ на это выставил 2 пальца, дав этим понять, что уважает и вас, и меня. Подняв руку вверх, я подтвердил, что Бог сотворил небо над нами. Мой коллега согласился с моим тезисом и, опустив руку вниз, дополнил, что Бог сотворил землю. Потом я показал пану оппоненту кулак, дав этим ему понять, что Бог держит в своей могучей руке весь свет. А мой коллега протянул ладонь, ответил мне, что весь мир покоряется его святой воле. Так ведь я? Так.
так ведь я понял вас, пан коллега. Ты хотел сказать, мужик один на свете живет. А я ответил, вдвоем мужик на земле вместе с нуждой живет. Ты показал на небо, хотел сказать, все человеку от Бога. А я на землю показал. Она, матушка, людей кормит. От земли люди живут. Ты мне показал кулак. Все, что ножи нужно в кулаке зажать, никому не отдавать. А я тебе ладонь показал. Когда помрешь, на тот свет с собой ничего не возьмешь. Вот она, почтенная поненция, какая получается испруденция. Non comprehendo. Я ничего не понимаю. Ничего не понимаешь, видите, сам сознался. А еще в свинарии учился. Секли тебе мало. Иди, иди, пане братья. Что? Не узнаешь? Кого? Что-то он на нашего злодея похож. Лицом как будто бы и похож, а голосом не похож. Нет, нет, пане братья, лицом не похож, а голос похож. Прошу диспутантов задавать друг другу вопросы. Пан Лапидариус, прошу. Что это такое? Бьют меня палками, мнут меня камнями, жгут меня огнем, режут меня ножом, все меня губят и все меня любят. Молодец, что такое? Я утверждаю, что на этот вопрос ответа нет. Так это же хлеб. Хлебушка. Бьют его цепами, мелют жерновами, на огне хлеб печеный, ест мужик и ученый. Мы это не проходили. Паня Михайська, ну, он рост в рост, голос в голос, волос в волос, он, паня братья, что будем делать? Пусть сначала деньги получит, 100 дукатов. Так, пойдем, сядем и будем ждать хоть до ночи. Поймаем и в мешок. Теперь я сам позволю себе задать вопрос диспутантам. Где находится центр Земли? Это я знаю. Позвольте мне. Орбис террарум. Земля. Покоится на трех китах, которые плавают in oceano, в океане. Над землей подобно куполу семь небес. Одно в одном. Ну, как цибуля. Эрго. Надо соединить концы радуги прямой линии и опустить перпендикулярис между интеркитами. Эрго. Это и будет центр Земли. Пан Лапидариус, а по-вашему, где находится центр Земли? Вот! Тут! Кто тут? Где? Ах, темнота, вы не знали. Вот здесь есть самый центр Земли. Серединка, самый пуп пупенция. Я возражу вам по латыни. Домене реверендиссиме, квит дицис, квит фацис, итас дефицилис интеллекту, ита верум нон эст. Центр Земли, интер между китами. Ита верум нон эст. Интернос между нами. Но
это как поглядеть. Как аксиома. Квамода, да не мода, на ведре насест, муковертус перекрест. Потом местом, пресным тестом, мерехрундиус ламентация, какая дуля, такая и выкрутация. Эрго, прериссиме, интели, телята, интер, верни в нос, есть еще вопрос. Как? Что? А? Простите, я не понимаю. Non comprehendo. Quid dialectus? Lingua non latina, ваша экселенция. Полкора comprehendo. На болоте чинов, в черепе перепрянцева. Ergo argumentum bitum пополам квитум. А потому по науке выходит, что центр земли там, где живет пан. Понял? Отчего козел хвост поднял? И я живу там, самый центр земли. В моем местечке пуп земли. Пупенция. Я давно это знал. Только не хотел говорить, это еще присвоит кто-нибудь. Еще один вопрос. На одну чашу весов я кладу деньги, 100 дукатов. На другую чашу весов я кладу ум-разум. Что выберет пан Лапидариус? Я беру деньги. А что выберет пан? А я беру разум. Верно. Каждый то себе выбирает, чего ему не хватает. Несчастный случай. Ужасное недоразумение. Что такое? Что случилось? Ученый подменили. Ученого подменили. Когда? Его, Боже милс. Его. Здесь, Боже милс. Где пан Барановский? Меня забрали карету. Меня обманули. Меня заставили полоскаться, купаться, мыться. Где пан Барановский? Кто? Кто опустил сюда этого мужика? Я не мужик, а ученый. Как ты смеешь, холоп? А я буду жаловаться. О, жаловаться? Да. Не прикасаться, не прикасаться, не прикасаться. Что? Я магистр Лукенчик. Что? Бакалавр юриспруденции, доктор философских наук. Да как ты смеешь? Как ты смеешь, холоп? А я пан Лапидариус. Что? Да, какой ты имеешь право называть тебя имени этого нашего знаменитого ученого, которому я выдал 100 дукатов за то, что он победил в ученом споре? Как 100 дукатов? Пан Барановский, я настоящий.
Попался на коня. Деньги давай. Какие деньги? 100 дукатов. 100 дукатов? А, нет, деньги все пропили. Что ты брешешь? Ну, обыщи, если не веришь. Ну, нету. Нету? Нету. По точке катается, на щене порнош болтается. Вот ты, нечистая ты, сыновья. Самозванец ученым назывался. А сам как кровем захочешь бы. О, передохнем. О, черт. Тяжелый дьявол. Ну что, жарко тебе, а? Жарковато. Ничего, сейчас в болоте искупаем. Деньги давай! 100 дукатов домой! Да нету же, говорю, панове, ну нету, а нету. Вот как? Тащи его, тащи. В лес, тащи. В лес. На веревочке покачается. Тогда вспомнит все свои грехи. Ну вот. На этой лозе мы его и повесим. Место подходящее. Ну, поехали. Ну! Давай веревку. Да. Деньги давай, деньги. Нету денег больше. Умрешь, говори. Говори, где ты их спрятал. Деньги. Боже, спаси меня. Деньги. Деньги катается, на осине пан наш болтается, на осине пан наш болтается. Ой, боже мой! О, господи, не дай умирать! Нога! Ногу откусили! Ногу! Загинула моя душенька! На ночь чарку водки с яичным желтком. Утром натираться настоем сушеных муравьев. Это очень помогает в таких случаях. Абсолютный покой. Покой! Осрамили, опозорили на весь свет. Пуп. Пупенция. Доктор, что теперь скажет пан Цибульский? А как смеялся пан Кабановский? Где этот мошенник скрылся, ваша милость? След простыл. Ищут, всюду ищут. Найти, разыскать, догнать и повесить. А этот сообщник его куча. Не успели, ваша милость. Найти, сжечь, все сжечь. И хату сжечь, чтобы щепка на щепке не осталось. С утра все будет сделано. Выйдут мужики на банщину и все пожгут. Может, эта старинная вещь вам понравится, ясной пани? Эту саблю носил когда-то сам король Батурий. Этой саблей он рубил головы еретикам. Извольте взглянуть. Ничего я не хочу, ничего не желаю. Ничего я покупать не буду, Очень важно, чтобы свадьба была именно в воскресенье. Почему? Потому что в понедельник я, скорее всего, должен уехать в одно государство. Там умер король. Просит посоветоваться со мной, кого избрать новым королем. Меня там все умоляют остаться при дворе. Им нужно ученый. Вроде меня, который все знает, все предугадывает и все предвидит. А для ученых самые главные споры и разговоры, словословие и богословие. Ваше здоровье. Спасибо, пан Шкаляр.
пане Самохвальский, пане Самохвальский. Вижу, вы слыхали, мой оппонент на диспуте оказался проходимец. О. Никакой он не ученый, он самозванец. Боже мой. Все деньги получу я. А тот хлопец, с которым паночка Настя изволила танцевать, злоумышленник. Он изуродовал панский лес. Вместо того, чтобы с благоговением трудиться своей резьбой над украшением церкви, кладбища, вырезать статуи святых, он покрыл деревья в лесу нечестивыми изображениями. Боже мой, какой безбожник! Кто б мог подумать? Ай-яй-яй, Юрась! Я счел своим долгом сообщить об этом моему другу, пану Барановскому. Мерзкие творения безбожных рук будут срублены и сожжены. Ай-яй-яй-яй-яй. Он за это поплатится, уверяю вас. Настенька, куда ты? Настя! Ваше здоровье. Ой. Квинтэссенция. Ага. Я пошел, меня ждут. Пане Школяр, вам бы отдохнуть. Не беспокойтесь, пани Мальвина, не беспокойтесь. Меня никто не посмеет тронуть. Я сам одним словом магическим могу уничтожить квинтэссенция. Нет, я не сдох, я жив еще. О, тут кто-то есть. Ты кто? Ух! Дух! Дух! Я заплутался. Боже мой! Прошество! Нет, я не хочу. Мешок? Голос идет из мешка? Эрго, в мешке кто-то сидит? Голос человеческий. Эрго, в мешке сидит человек. Я не хочу, я не желаю. Чего не хотите, чего не желаете? Я не желаю быть королем. Королем? Почему не желаете? Король-то должен все науки знать. А как же вы попали в мешок? Они схватили меня, посадили в мешок, чтобы в столицу везти. Кто это они? Послы. Какие ослы? Да не ослы, а послы. Послы? Ага. Где же они? Ну вот за телегой пошли, скоро тут будут. Ой, как бы я хотел быть на вашем месте. Послы, везите. Делайте меня королем, я согласен. Вот здорово, становись королем на здоровье. Ой, я забыл, я жених
у меня в воскресенье свадьба. Меня невеста ждет. Вот что, милый человек, выпусти ты меня скорее из мешка, я тебе сейчас все растолкую. Пожалуйста. Скорее, 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 они сейчас сюда придут. Скорее. А ты сейчас лезь в мешок, они не заметят, а ты будешь королем. Так ведь у меня же в воскресенье свадьба. Свадьба? Ну, тогда смекай, что лучше, корона на голове или хомут на шее? В конце концов, королевская корона лучше любой, даже самой красивой девки. Вот, перо. Скорее, пиши. Письмо. Пиши, отказ. Пиши. Бумага. Не верьте, скорее, 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 скорее. Пиши, отказ. Ты чего мешок бросил? А ты чего побежал? Меня змей за ногу схватил. А я шляпу потерял. Ты чего мешок бросил? А ты чего побежал? На меня волки напали. А на меня медведь вышел. Михаська, мешок. Где? На дороге. Ну, сейчас мы с ним рассчитаемся. Мы его к пану Барановскому награду получим. Ты ловко придумал, пане братья. Ну, держись. Сейчас мы тебя угостим по-королевски. Ко мной! Смешаются волшебные грезы. Поймали! Наконец-то! Ваша милость, вот он, злодей, ваша милость. Чего ты вагишься? Попался. Нечистая сила. Чего это? Чего это? Да чья это такая здесь? А, доброе утро, дедуня. День добрый, Нестерка. Дедуня. Дедуня, а что это вроде гарью тянет, а? Уж это не лес ли гореть? Панские люди костры разожгли. Юраськину резьбу палют. Юраськину резьбу? Врешь. Пан Барановский приказал. Я вой лес... А на что палить? Стояли б людям на диво. Что делать? Панская воля – закон. Вот, панская воля – закон. А нужда закон ломает. Что ж, Юрась? Подожгли его хату. Ушел он из дома. Ушел горькую долю искать. Обидели человека. Эх, будет теперь по свету маяться. Как звездам. Полдень не светить, так и этому не быть. Куда ж ты, Нестерка? Юрася найдите, чуете? Чую. Накажите ему, пускай к хате Матвея поспешая, там его счастье сбудется, чуете? Чуем, чуем. Thank you.
палит? Девчина из березы, а сама ты как живая. И зачем их палит? Мастер помрет, она бы жить осталась. Душа в них живет. Через 100 лет люди поглядели бы на нее, Юраське спасибо сказали бы. Что стоите? Эй, поворачивайся! Живо! Живо! Палка, ваша милость, стояли бы людям на удивление. Я тебе покажу на удивление, я тебе покажу! Ну, стои! Выполняй, что приказано! Что стоишь, выполняй, что приказано? Слово панское и закон, нас ничего не касается. А рубить, ваша милость, надо сначала под корень, а потом в куски, и в огонь быстрее сгорит. Верно, так и делать. Надо знать, понимать, как панский приказ выполнять. А что пан видел? А я видел то, чего не должен видеть пан Барановский. А куда вы думаете девать эти фигуры? Да в костер их. Хитер, хитер пан диспутант. Но я вижу, ты тоже не промах. Цен-то вещам знаю. А, какие-то вещи. Так, крестьянская забава. Крестьянская забава? А я вот все бы взял бы вот это, да вот некуда. А вот были бы у меня хоромы, я бы на красном месте поставил бы, земляков позвал бы любоваться. Нехай люди дивятся, знают, что наш брат сделать может. Послушай. Ты эту всю резьбу возьми, спрячь, сохрани. Что ты, барани боже, пан узнает, беда. Нет, 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 нет. Дай я тебе скажу, послушай. Послушай. Панский приказ, панский. Да подожди. Я тебе по-пански заплачу. Вот. Чуешь? Свинять. Нет, погоди. У Юрася получишь. Только чтобы все это у меня в целости сохранить. Паня Нестерка, я вас знаю. Верьте моей совести, все будет цело. Ну, добре. Надо знать, понимать, как панский приказ выполнять. Жалей ты меня, родная. Не губи свое дитя. Не отдавай за ним мира. Тише ты, глупая. Тише. Скажи спасибо матери, что о счастье твоем заботится. Жалел, когда я тебе помощницей была. Не отдавай меня за шкалера немилого, немилого да постылого. Спаси меня, батюшка.
А что я могу поделать, доченька? Сама знаешь, какую я власть имею. Живу, как нитка за иголкой. Проси мать, она у нас голова. Что ты плетешь, старый дурень, словно не отец? Слышала, что люди говорят, разбойник твой Юраська панский лес погубил. Сбежал, нет твоего Юраськи. Что бабе на ум взбредет и колом не вышибет. Вместе на посад себе сесть. Что? Где жених? Почему он не едет? А я почем знаю? Ой, пора ему быть. Ой, перед людьми стыдно, столько напекли на море. Сама затеяла, сама и... Тише ты. Выйди на дорогу, посмотри, не едет ли. Что ж доходить, ноги ломать? Приедет. Чтоб ты пропал. Вижу, с дочкой заодно. Все равно, по-моему, будет. Иди. Чего ты убиваешься, Настя? Слезами горю не поможешь. Если бить не будет, жить можно. Стерпится, слюбится. Ишь, как побледнела Настенька. Дай я тебе румян положу. Оставьте меня, подружки. Душно мне, тяжко мне. Тебя наряжали, не мне тебя под венец вести. Опасный мне этот наряд, будто обручем голову сдавила. Не для того сюда пришел, чтобы твою свадьбу расстроить. А зачем? Чтобы сердце мое расстроить. Хотел я взглянуть на тебя в последний раз, какое тебя на костре сожгли. Не мог я без этого родные места оставить. Я с тобой пойду. Без родительского благословения? Пусть. Без угла своего, без близких? Да. Поле вместо дома. Мара вместо крова. Пусть мне люди осудят. Не вернусь я назад. Я за тобой куда хочешь пойду. Дядя Юрась! Дядя Юрась! Идите к хате Матея! Дядька тут сказал, что там ваше счастье сбудется. День добрый. Нестерка, заходи. Как горячий? Да вот дочку замуж отдаем. За шкалера, за пана Самохвальского. Ага. Можете не ждать. Как это не ждать? Да где же он? Вот почитаете, все узнаете. Слушайте. Ну что ты? Читай. Ну. Уходите отсюда. Уходите. Да уходите. Что? Господи, что же это делать? Что? Достопочтенная. Ну,
достопочтенная. Достопочтенная. Ну-ну. Пани Мальвина, загадочные. Загадочные обстоятельства вынуждают меня отказаться. Отказаться? От брака. Отказаться от брака. От брака. А, злодей, ради бойни. А ведь какой ученый знак прилюбился. Да что же такое, свадьба налажена, гостей позвали. Невеста на квашне сидела. Ой, а жених пропал, как будто его и вовсе не было. Ой, а стыд какой, позор какой, а несчастье. Ничего, тетка, не печалься. Я твою беду руками разведу, спасибо скажешь. Это как же? А так же, вот они. Жених и невеста, словно голубок с голубкой, согласен он и Настю замуж взять и свадьбу вот хоть сейчас сыграть. Ох ты мне, милые мои, да ведь это же Юрасик. Он самый, чем не жених. Чтоб ты пропал, ну, какой же он богатый. Фу! Ух, тетка. Не отдам за него дочку, не отдам. А я отдам. Не бывать этому, я сказала. Нет, бывать этому, я сказал. А чем не жених? Чем тебе не жених? Молодой. Молодой. Красивый. Да. А богатый? А богатый. Руки золотые. Ведь руки-то у него золотые. Я не позволю. А я позволю. Я не позволю. Не смей мне перечить, а то вот возьму ухватки. Ох вы! Ой, да ты что, сдурел, что ли, старый? Чего расшумелся, Матеюшка? Разве я враг своему дитяти, пусть будет по-твоему, ведь ты у нас в доме голова. Благословляю вас хлебом солью, счастьем долей и добрым здоровьем. Не на одну годину, а на весь долгий век. На веселье чакал, 3 года боялся, не пошел. А теперь пришел до вас, як сваток, повязавший крыжем рушничок. Дай-ся, Боже, добрый час почать, Юрася и Настю обвенчать. Вон! Сейчас победим! А пустой! Бунтовщики! Так он на избольщик ходилось! Они не самые ваши! Зачем черти мне не шли? Разогнать! Схватить! Подать куда на расправу! Поляки, а разбойники, я вас заставлю!
гостиниц даст. Спасибо. А ну, кто дарит княгиню конем, валом, с златом, серебром? А кто добрым словом? Спасибо. Дарю серебром. Спасибо. Спасибо. На счастье. Спасибо. На долгий век. Спасибо. Дарю добрым словом. И на том спасибо. Ну, а я дарю и конем, и валом, и златом, серебром, и добрым словом. Спасибо, свату. Веселье в хату, а ты? Нет. Нет, братец, у меня такая доля. Скучает по мне панская неволя. Ну, а теперь куда? Как куда? Да все туда. Там, где горе да беда. Будь здоров. Ну, будь здоров, Нестерка, будь счастлив.